Здравствуйте, друзья. Расскажу вам для начала анекдотец, но так по теме. Значит, Петька с Василием Ивановичем пошли в баню. Ну, моются, естественно, там водичкой поливаются. И Петька наблюдательный, он говорит: Василий Иванович, говорит, а ведь с тебя вода-то грязнее течет. На что Василий Иванович ему резонно говорит: так ведь я ж Петька и старше. Правильно? Вот, я это к чему рассказываю? К тому, что, значит, посмотрел я один сюжетец. Мне все время блогеров советуют, там, покажите этого, покажите того. Ну, я так любопытно, значит, мне становится, я иду посмотреть. И вот, значит, женщина там, значит, говорит, что вот, мол, там, значит, Михаил, он так, у него есть там интересные сюжеты, но вот он, как бы у него количество большое там, а смотрит его мало, и эти, просмотров на видео мало вообще. Короче, берет количеством. Я хочу сказать, что, так я же, я же и старше, понимаете, у меня же сколько накопилось-то, чтобы вот на народ выплеснуть-то, вы что думаете, это же если бы я только вот там родился или там, не знаю. Вот я поэтому, я не беру количеством, я отдаю количеством, я ничего там не беру. За эти $500 в месяц там с этого, ну что там YouTube платит, или там партнерская программа, на которой мы сейчас. Вот уж действительно, я бы стал там, значит, за месяц сотню видео делать. Нет, я отдаю количеством. Вот такая у меня была мыслишка. Я стал тоже думать, я думаю, а что я действительно такими количествами, что это прямо как вот пулеметными очередями из меня. Ну, я же не специально. Но вот еду, вот солнышко, я думаю, сейчас расскажу, что солнышко, еду там, я не знаю чего, пакетики раздают, чтобы за собачками подбирать. Я думаю, вот расскажу про пакетики. Я просто так вот как-то жизни радуюсь. Я много раз в течение дня радуюсь жизни. Вот я поэтому так и рассказываю. Не хочешь, не смотри там. Я что, заставлял, что ли, кого? Вот, поэтому, ну так. Я могу делать там, не знаю, раз в 10 дней. Вот я наблюдаю, есть блогеры, там за 3 года у них там 100 видео. И я думаю, это что ж такое там за 3 года 100 видео? Это примерно... Ну, там, что раз в 10 дней. Что тоже, в общем, определенная частота, конечно. Но я за месяц столько делаю. 100 видео. Не за 3 года, да, не за 36 месяцев. Я за один столько делаю. И не потому, что мне хотелось их сделать много. Да, так у них и подписчиков тоже десятки тысяч. Десятками тысяч. Не то, что там. Вот там, я не знаю, Чиж, Нью-Йорк. Он вообще почти там, ну, в последнее время ничего не снимает, но у него там 1080, что-то, я не знаю, откуда они там у него берутся, но у него, может быть, веб-сайт есть или какой-то блог такой текстовой, откуда народ подходит. Я не знаю, я не занимаюсь этой частью, мне без разницы, но, пожалуйста, можете иметь там за 3-4 года 100 видео, и у вас будет 80 тысяч подписчиков. Так что, и, наверное, уж там каждое видео смотрит много, ну, действительно, там раз в месяц выходит, конечно, чего же не посмотреть. Вот. Так что я не то что оправдываюсь, я просто рассказываю, что я сам себя спрашиваю. И что это такое? И я все думаю, ну вот надо меньше делать, надо реже делать, и время жалко. И все равно я, значит, как бы получается, вот сейчас в офис приди, да, вот снимаешь по дороге, придешь в офис, а все равно нужно там качнуть на компьютер, значит, там открыть это дело в том софтвере, в котором я редактирую, там, в Pinnacle, кончики обрезать, посмотреть, чтобы там все было путем, потом повесить название, придумать, файл назвать. Не то, что там много времени, но все равно внимание же уходит на это дело. Поэтому... А у меня вот сегодня группа новая начинается, и у меня тут полная голова всяких дел с этой группой. А еще вечером, онлайновая, там уже за 155 человек с утра было. Не знаю, там до конца дня еще десяток подойдет. То есть, что-то страшно. Поэтому я думаю, я вот количеством беру. Я не знаю. Да. Думаю, может, действительно там раз в неделю делать. Сразу будет много просмотров на каждом видео. Ну, посмотрим. Я на самом деле не делаю это, потому что у меня план какой-то есть. Я делаю, потому что у меня настроение есть.
Вот есть настроение, поговорю, нет настроения, не буду говорить. Ну, сколько посмотрят, столько посмотрят. Я, собственно, не в претензии. Я знаю, как делать, чтобы много смотрели. Надо о какой-нибудь дряни говорить, сразу будет много. Вот если я начну говорить про Путина, про кризис доллара, про кирдык Америки, о, сколько сразу просмотров будет. Это же не секрет, что люди смотрят. Вот, так что я уже не говорю там про демонстрацию частей тела, каких-то женского особенно, или там разводы, кто-то кого-то кинул, там разборки, там еще что-то. Я отлично знаю, только все знают, где трафик, там и где просмотры. Ну, что же. Да, так что, ладно, едем на урок. Сегодня большой день. Что-то вообще, то ли это недостатки планирования, что две группы в один день начинаются. С другой стороны, у меня перед ними там, между ними 3 часа разница. То есть в 3 часа я закончу, и в 6 следующая начнется. Ну, не знаю, в общем. Но мы как-то сознательно это, мы это систематически делаем, это часть системы. Я думаю, может, мы неправильно делаем, может, система не та. В общем, ладно, вперед, на урок.